Скидный корпус, перемирие, обстрел Сепаров. Вот. Нашей стекло, машины в Широкино. Стекло выбили, пидорасы путинские. И вон еще. Вот именно с этой стороны. Во. Работали сейчас. Работали. Второй автомобиль наш. Подразделение вышло с под обстрела. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Юра, как впечатление от обстрела? Да, охуенно. Мы с Анчуткой все сделали. Мы так вот целыми днями сидели. Можно. Что-то... Снайперы косые, потому что бухие все. Да, да, да. До водки добрались на Широкино. Гад вообще. Вот, бля, сука, смотри. Что с колесом покажи? Колесо. По колесам не плачут. Диски выдержали, бля. Перемирие, перемирие. Вот последствия перемирия, последствия русского мира. Пидорасы, блядь. Кто фару ставить будет? Сука! Игорек, что там покоцало? Живой. Живой, ну не... Предлагаю товарищам, которые договорились о перемирии, приехать сюда и лично покататься. На Широкино. Все, пуля. Да, да, да. Вот пуля. Вот пуля. А вот, ты на вот это посмотри. О, вот это. А вот это. Ну, короче... Короче, русский мир. Русский мир в своем духе. Русский мир в своем духе. Всех обманывает, короче. Это наш... Покетки, да. Наши джихад-мобили. Как говорил Бисмарк, история России – это история нарушения всех международных договоренностей. Красавчик, говорю. Короче, ты там снял короб? Да, да, да. Тем, кто подписывает, короче, такие Низкие. Вот перемирия, хотим передать привет от всего подразделения «Скидный корпус». Нам очень нравятся такие перемирия. Да, перемирие очень мощное. На самом деле, мы, наши ребята, понимаем, что любое перемирие – это прежде всего подготовка. Подготовка. Подготовка русских солдат. Да, подготовка реально. Да, бабушка. В общем, ребята, слава Украине! Героям слава! Привет, пидорас!